Но сейчас на фестивале мы идем на выставку автомобилей. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Ого, да. Цвет, но я специально не сделал. Не шестерка, за шестерку бы сделал. За да? шестерку бы сделал. Мотивация плохая. Вообще за секунду бы сделал. Мне кажется, он опять будет раскладывать. Че? Все? Домой? Ну а почему мне не дали? Ну, а нет. Ну что, вот и все мотошоу, как оказалось. Как вы видели, Макс попытался, по крайней мере, поучаствовать. А мы сейчас вот, у нас есть такая карточка, мы когда заезжали на байки, нам ее дали. Да, мы сегодня решили выехать в город без прав. И вот сейчас Максим у нас выезжает уже. Мы отправляемся домой. Дома у нас бадик, нужно будет приготовить ужин. Надо подумать, что. И, в принципе, все. Выезжает. Максим не хочет достать? Шлема? Да. Хочу. Доставай. Да. Я подержу. Шлема лежат здесь. Видите? Сразу два. На самом деле черный это мой шлем, но у Макса белый украли. Поэтому я взяла, где мы арендовывали байк, один шлем, а Максим ездит в моих черных. Так, немножко поснимаю. Я похожа на него, да, наверное? Да. Я на этого полицейского. Да. Полисмен. Мистер Полисмен. Sit down, please, мадам. Бесплатно для мотобайков. Да, мы сейчас тоже отдаем карточку. И все. Нам открыли шлагбаум, мы погнали.
представляете? Максим привез на видовую площадку. Блин, это круто. Я сюда хотела давно приехать. Но тут такой вид открывается. Блин, это очень красиво. Сейчас я вам сделаю обзорчик. Она находится в сторону Протамнака. Но буквы там. Ну, буквы дальше, да. Она находится, как ехать в сторону Протамнака из центра. Все, я вам показываю этот вид. А там впереди еще что-то. Так, мы сняли микрофон. Да. Сразу предупреждаю. Блин, мы немножко дальше прошлись. Здесь вообще прям... А, Паттайя Бэй, как это называется. Сегодня закат 18:35. Да, здесь какой-то памятник кому-то. Реке Калан. Блин, по мне так это очень крутое место. Я правда не знаю, как до сюда доехать своим ходом, без, ну, в смысле, без транспорта, без такси, по-моему, я это знаю. Будет очень тяжело. Максим знает, он расскажет сейчас. Холм Протамнака. Если ехать с Джамтьена, то вам надо повернуть на Протамнак, ехать на холм. Справа будет Будда. Если повернуть, а слева будет дорога вверх идти, там без разницы, можно любой путь, либо середина, либо право. Ну, в середину заезжайте, не ошибетесь. И поднимайтесь до самого-самого конца, и вы приедете туда, куда вам надо. Думаю, нормально рассказал. В общем, всем спасибо, что вы с нами, всем пока, петухам привет. Я не знаю, петух шел. Слушайте. Тайцы с вами тоже попрощались. Да, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкусики. Пока-пока. Смотри, смотри, какой грозный побежал. Опа. Что, подеретесь или нет? О. Они не подерутся. Все, погнали, а то я... Боюсь уже этих петухов. Мама, он на меня бежал, прикинь? Он на меня бежал.